Всем большой-большой привет! Меня зовут Таня, вы находитесь на канале «Атмосфера счастья». Очень рада видеть вас у себя в гостях. И сегодня будет видео про пустые баночки. Поэтому, если вы такая же хозяюшка, как и я, любите видео про бытовую химию и про уход за собой, если вы ухаживаете за собой, то обязательно оставайтесь со мной. И погнали! Судя по объему сумки, я не скажу, что очень-очень много пустых баночек, но избавиться надо, пока я еще нахожусь дома. Поэтому давайте разберем, что же у меня там закончилось. Хорошего и не очень. Итак, первое средство — это от компании Faberlic концентрированные средства для мытья посуды с эвкалиптом. Это единственное, по-моему, у них средство в линейке, которым нельзя мыть фрукты. Подходит для мытья детской посуды и бутылочек 0+, но не написано, что можно мыть фрукты. Поэтому для фруктов я использовала другое средство. Мне очень понравилось это средство. Оно действительно концентрированное. Его действительно надолго хватает. И оно очень бюджетное по цене консультанта. Так что я теперь буду заказывать все время вот эти средства от Faberlic. Они экологичные. Но тысячу раз я вам уже говорила. Да. Дальше вижу от Faberlic тканевые маски. Их у меня закончилось очень-очень много. Вот здесь у меня лифтинг, экстракт граната и обновление, экстракт алоэ вера. Все так же мне кажется, что с алоэ вера это самый удачный, ну, конкретно моему типу кожи, моей коже. Дальше закончился у меня вот такой концентрированный стиральный порошок. Масса здесь у нас 800 грамм. И 800 грамм, по-моему, равны 3 килограммам обычного стирального порошка. Мне он очень понравился. Вообще просто по всем параметрам, кроме, наверное, стоимости. Потому что я не скажу, что такой уж он концентрированный и такой он уж экономичный, экономный. Хотя, вот, например, вот этой пачки 800 грамм всего лишь, да, здесь небольшая, небольшой пакетик, хватило надолго, на очень большое количество стирок, потому что стирку я загружаю очень часто, и детские вещи я стираю в том числе вот таким стиральным концентрированным порошком, потому что он идет 0+, и он, короче говоря, он гипоаллергенный, он экологичный стиральный порошок, и все средства бытовой химии Faberlic, поэтому использую на всю семью. Дальше, что у меня закончилось? Как раз таки средства для мытья овощей и фруктов. Я вот это средство от Синергетик, антибактериальный гель для посуды, для мытья детских игрушек, овощей и фруктов, сочный грейпфрут. 99 рублей стоимость данного средства, покупала его в фикс прайс, хватило надолго, потому что я в основном использовала именно только для мытья овощей и фруктов, и он, ну, мне это средство понравилось, хотя, когда я говорила, что это экологичное средство, запах, какой приятный аромат. Не совсем грейпфрут, но что-то между таким лаймом и грейпфрутом. Приятный свежий аромат. Но девочки мне писали, что Синергетик на самом деле обманывают и не пишут полностью весь состав своих средств на упаковке. Не знаю, кому верить, но вот как бы, да, информацию я не перепроверяла. Далее, два средства одинаковых, но это, в принципе, моя постоянная покупка. Очень часто покупаю я вот этот порошок, средство для очистки труб, профилактики засоров, санитол. Покупаю его в основном в магазине Светофор, потому что там он стоит то ли 10 рублей, то ли вообще 8 рублей. Ну, короче, супер бюджетное средство, которое реально работает. Я не проверяла на суперсложных засорах, когда вот вода вот стоит и вообще не проходит, но для профилактики и для устранения небольших засоров отличное супер дешевое средство. Ой, еще у меня один санитол тут вылез, девчонки. Я не удивлюсь, если он еще где-то у нас тут появится. Что касается масок, смотрите, как у меня их много закончилось. Да, я человек, который обожает тканевые маски, и не только тканевые. Обалденнейшая маска, которую вместе с вами я делала во влоге. Пузырьковая маска, которая называется кислородная экспресс-маска для лица, матирование и очищение от компании Faberlic. Обалденная маска, я ее 100% буду заказывать, потому что
она реально очищает кожу, она действительно матирует кожу, и при этом кожа сияющая, какая-то обновленная становится. Очень понравилось. Конечно, она там не самая бюджетная, если так, да, придираться к стоимости, в отличие от тех же самых вот этих тканевых масок, но от нее прям очень видимый эффект, мне он очень нравится. И вообще я человек, который любит пузырьковые маски, и пузырьковые маски, помимо приятных каких-то таких ощущений, которые прям щекочут вашу кожу, несут еще какой-то эффект, видимый причем. По поводу тканевых масок, если уж обобщить вообще мое мнение в целом, они за свою стоимость, за 63 рубля, очень-очень неплохие. Единственное, вот как я говорила или не говорила, мне не нравится то, что нужно убирать остатки этой маски, либо смывать эту маску, а так очень неплохие маски, тоже от них есть, конечно же, видимый эффект. И по поводу детокс-маски у меня спрашивали мое мнение, нет ли у меня аллергии. Нет, ни одна из масок фаберликовских вот этих новинок не вызывала ни аллергии, никаких пощипываний, никаких покраснений. У меня кожа комбинированная, нормальная и склонная к жирности в Т-зоне, поэтому она не чувствительная, у меня нет купероза и каких-то таких явных проблем, поэтому отлично мне подошли эти маски, но вряд ли буду их вот прям на постоянной основе все время заказывать. Дальше, еще вот такая масочка есть от Etude Organics, коктейль Beauty Party, и это у нас аромат мохито. Неплохая маска, тоже с явным видимым эффектом на лице, и эффект есть, но мне не нравится то, что здесь на третьем месте уже идет алкоголь в составе, но не есть хорошо, вот, поэтому вряд ли я стану покупать. Следующее, то, что я однозначно рекомендую, советую, но это супер дорогие маски, в отличие от тех, которые я вам показывала, и одна эта маска, только одна масочка на одно применение стоит примерно 450-500 рублей. Это Carboxy маска, и это реальная такая, знаете, салонная процедура на дому. Я заказывала, кстати, набор целый из 5 масок на сайте Holy Shop, у меня есть отдельные видео даже, и я говорила про эти маски, что они опупенные, обалденные, очень менные, свои слова обратно не беру, они реально очень крутые, и от них, конечно, это вам не какая-то простая тканевая маска, они прям крутые, и кожа настолько обновляется, она не то что обновляется, как будто дает вот эта маска некий толчок кожи пробудиться и начинать работать заново. То, что у меня закончилось быстро очень, потому что мне очень нравилось это средство. Гель для душа от Фа, летние моменты, аромат огуречной воды и цветов фрезии. Обалденнейший аромат, настолько он мне понравился, что я туда даже воду добавляла, последние капельки даже использовала, чтобы ничего здесь не осталось. Круто пенится, кожу не сушит. Аромат супер свежий, очень-очень приятный, ненавязчивый. Так что вообще я гели для душа от Фа люблю, я так поняла. Что еще у меня закончилось? Тоже нереально крутое средство. Обожаю, обожаю, обожаю. Это у нас скраб. Сахарный скраб для тела, апельсиновый йогурт, фруктовый десерт от марки Belita M Cosmetics. От Belita M у меня очень много сейчас средств в использовании. И я снимала отдельное видео с обзором белорусской косметики. И смотрите, она прям пустая-пустая. До последней капли тоже использовала. Аромат апельсинового желе, апельсинового мармелада. Действие супер крутое. Оно, конечно, не сильно питательное. Несмотря на то, что наличие масел в составе, ну, достаточно большое количество масел. Но питания не хватало. Я использовала лосьоны после него. Следующий обалденный скраб от марки Фитокосметик. Виноградно-сахарный. Покупаю в Фикс Прайс постоянно, потому что там он стоит дешевле всего. Супер просто по соотношению цена-качество, отлично действительно скрабирует кожу. Конечно же, никакого питания, увлажнения после него недостаточно для моей, особенно сейчас, кожи с моими особенностями, так скажем, но скрабирует превосходно, и аромат очень-очень приятный. Так что покупала неоднократно, много раз, и всем рекомендую всегда. В каждых пустых баночках, наверное, вот я показываю данный скраб, очень нравится.
нравится. И еще закончилось у меня вот такое средство, которое называется молочко для тела от марки Tour de Fresh, карите, макадамия, миндаль. Увлажнение, регенерация кожи. Обожала я этот лосьон, мне очень нравился его именно ореховый аромат, ну а действие тоже шикарное. Отлично увлажняет, питает без чувства липкости. Еще и упаковка, ну, вот эта помпа дозатор очень-очень удобная. Содержит органические экстракты и вообще марка, по-моему, Tour de Fresh, это органическая марка, которая не тестируется на животных и так и далее. Вот так что могу посоветовать средства Tour de Fresh, те, которые я использовала, мне очень нравились. Следующее, то, что я не знаю, что с ним делать, либо его выбрасывать, либо кому-то отдавать, средство от Botavicus, тропический питательный крем для тела. Первое время, когда я им только пользовалась, его у меня тут больше половины или где-то половина. Очень приятный крем, очень приятный, супер натуральный аромат. И это натуральная косметика российского производства. И очень нежная текстура, не оставляет чувства липкости на коже. И такие натуральные ароматы я люблю. Я им пользовалась на протяжении где-то месяцев двух. Потом я его забросила, потому что у меня много других средств появилось. И представляете, вот недавно я его начала снова использовать, и у меня пошла сыпь. Я просто офигела, у меня такое было впервые, поэтому я не знаю, наверное, даже не рискну никому отдавать, просто, наверное, выброшу, хотя здесь средства, как я и говорила, много. Дальше закончилась вот такая зубная паста от компании Faberlic, мягкое отбеливание для всей семьи, кислородная профилактическая. Обалденная зубная паста, очень классная, напоминает мне сплавь зубные пасты. Единственное, какая-то у них упаковка, смотрите, у меня под конец данная паста начала просто сама упаковка расслаиваться. Конечно, на качестве зубной пасты это никак не сказалось, но как-то странно, не знаю. Если вы пользуетесь зубными пастами Faberlic, скажите, это для них норма или просто, или исключение, скорее, да, так скажем. Следующее, кстати говоря, от Tour de Fresh, то, что закончилось, нереальное средство. Обожала масло для душа. Мне кажется, что примерно такими должно быть идеальное масло для душа. Такое масло, как от L'Occitane, которое все очень любят. Карите, макадамия, миндаль, питание, восстановление кожи. Эта серия та же самая. Аромат приятнейший. Он такой прям... Я не знаю, он очищает кожу, как гидрофильное масло. Я и в обзоре или где-то в видео, когда я показывала вот это масло для душа, я говорила, что вот есть гидрофильное масло для лица, для умывания, очищения лица, а это гидрофильное масло с супер приятным ароматом для кожи. И при всем при этом он еще и чувство увлажненности, питания кожи оставляет. Весьма экономично, я вам скажу, средство. Я его не наносила на мочалку, я его использовала сразу же на тело. Очень понравилось. Вот так что тоже органическая косметика Tour de Fresh. Очень-очень классная штучка. Дальше то, что закончилось у Антона и то, что он очень любит. Вот это у него любимая пена для бритья. Он говорит, что она супер экономичная. Он говорит, что ее удобно дозировать, удобно использовать. У него приятный мятный аромат. И что она, я не знаю, он говорит, что вот одной такой бутылки ему чуть ли не на год хватает. Ну, конечно, она тут, я вот смотрю, уже давненько лежит, она страшненькая стала. И я ему заказала на замену пену для бритья от Faberlic. У него нереальный аромат, аромат Celsius. И он говорит, что да, по аромату Faberlic круче, но по другим характеристикам джилет для мужчины лучше нет, для чувствительной кожи. И говорит, что Faberlic, наверное, лучше не надо ему ничего заказывать из мужского линейки. В общем, я заказала еще пару средств, посмотрим, как зайдут, не зайдут. И Rexona антиперспирант шариковый. У меня Антон наконец начал пользоваться антиперспирантами, вот именно такими шариковыми, всегда спреями пользовался, и говорит, что ему нравится Rexona Man, вот эта серенькая. Вот так что решила с вами тоже поделиться и вам показать. Следующее, то, что у меня закончилось, вот такой мой любимейший крем для кожи вокруг глаз. Я его использовала, так как объем большой, 30 мл, я его использовала на все лицо, особенно сейчас летом. У него супер легкая, нежная текстура. Здесь у нас 40% действующего активного ингредиента, именно экстракта азиатской центеллы. Еще и ниацинамид, и куча всего еще такого антивозрастного и для проблемной кожи, по-моему, содержится, подтягивающего и увлажняющего. Поэтому
Очень классный крем. И вообще марка Purita, я обожаю все их средства, те, которые у меня были, они все крутые. И следующий, как раз вот Purita, то, что у меня закончилось, не совсем даже закончилось, но я его выбрасываю, потому что оно испортилось. У меня очень долго, да и недолго стояло, просто сейчас жара такая, я забывала все время в холодильник переставлять, а витамин С и вообще средства с витамином С, они не терпят солнечных лучей, высоких температур, вот таких воздействий, и воздух, соприкосновение с воздухом, они окисляются, именно витамин С. И данная сыворотка, она содержит гидролизированный коллаген, витамин С, естественно, гиалуроновую кислоту, и, блин, она крутая, девочки, я обожала это средство, и у меня сейчас в ходу тоже средство, сыворотка от Purita, тоже очень нравится. Вот у нее пока консистенция хорошая, она еще не испортилась, более свежая, с удовольствием пользуюсь. Витамин С — это супер мощный антиоксидант, поэтому если вы применяете уже для себя антивозрастной уход, средства с витамином С, это, конечно же, must have. Снова у меня закончилось средство от Ladore, пилинг для кожи головы. 50 тысяч раз говорила, в каждых пустых баночках показываю вот такие тюбики. Теперь перестану показывать, потому что все, маленькие тюбики у меня закончились, я перехожу на уже полноразмерную версию. Обожаю, моя кожа просто, я не знаю, кожа головы просто дышит. Причем и сами волосы какие-то больше сохраняют чистоту и свежесть, и сами волосы даже какие-то становятся более гладкие, хорошие и блестящие. Да, и девочки, которые по моему совету заказывали и покупали вот этот пилинг, всем понравилось, все в восторге. Так что я тоже рада, что я была кому-то полезна. Закончился у меня бальзамчик от Beauty Bar, мятный. Обалденный вообще был бальзам. На самом деле, очень долго пользовалась. Несмотря на то, что вроде такое небольшое яичко, но как-то экономично оно расходуется. Особенно на ночь. Я любила его использовать. Следующее, то, что у меня закончилось, и то, что я постоянно покупаю в магазине Fix Price, жидкость для снятия лака, быстрый эффект. И вот это средство от марки Fito Cosmetics в данном объеме стоит 10 рублей. Здесь 30 мл. Я не люблю покупать вот такие большие баночки жидкости. Использовал, выбросил и все.